Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной информационный блок от Славянской Церкви Адвентистов Седьмого Дня здесь, в городе Сакраменто. Я очень рад, что могу вновь быть с вами в эфире таким вот образом. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. И начну с предстоящей субботы. В эту субботу буду проповедовать по Божьей милости я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня, чтобы это слово, оно преображало и мою жизнь, а также жизни всех тех людей, которые будут слушать эту весть. Еще раз большое спасибо вам за вашу поддержку. У нас закончились выборы, и я от всего сердца хочу поблагодарить Бога за то, что Он коснулся сердец так многих людей, которые согласились быть руководителями разных отделов, помощниками в этих отделах. За всех, кто согласился на пресвитерское служение, диаконское служение и всякого рода другие служения, которые так необходимы для жизни нашей общины, для того, чтобы Слово Божье проповедовалось как внутри нашей церкви, так и за ее пределами. Пусть Бог благословит каждого, кто согласился принимать участие. А если вы новый человек и вы еще не попали никуда, это не означает, что вы не можете совершать служение. Поэтому, дорогие друзья, братья, сестры, гости наши, даже если вы приехали на недлительный отрезок времени, но хотели бы принимать участие в каком-то служении, подходите ко мне, подходите к любым руководителям отдела, если вам нравится вот работа именно в этом направлении. Я думаю, что мы с радостью примем вас в нашу команду для того, чтобы все вместе мы могли совершать дело Божье, живя на этой территории. Хочу сказать, что в эту субботу у нас будет особенная молитва благословения для всех руководителей отделов, пресвитеров и администраторов. А через субботу или после этой субботы у нас будет служение рукоположения пресвитеров и диаконов, которые еще не рукоположены. Поэтому будем очень рады видеть вас на всех этих служениях. Также в прошлую субботу мы единогласно проголосовали за то, чтобы предложить кандидатуру Александра Ханчевского как associate пастора в нашей общине. Я переслал все необходимые документы в конференцию, мы сейчас ждем ответа от них, поэтому, пожалуйста, молитесь за то, чтобы этот вопрос тоже решился в ближайшее время. В эту же субботу у нас будет служение благословения деток. Если вы еще не совершали это служение для вашего ребенка, мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь. Все, что для этого нужно, надо мне написать, что пастор, и мы бы хотели тоже принять участие в этом служении. Также нужно будет, чтобы вы выслали мне фотографию вашего ребенка, дату его рождения, его и ваши имена и фамилию. И я с радостью буду совершать это служение для вашего ребенка тоже. Очень важно, чтобы эту информацию вы прислали мне до завтрашнего вечера, так как нам надо успеть подготовить сертификаты для ваших детей. Будем очень рады видеть вас на этом служении. Вновь хочу напомнить о миссионерской поездке в Украину, которая предстоит уже 8 числа. Я очень надеюсь, что Бог благословит и все будет хорошо. Прошу вас, чтобы вы и дальше молились за эту поездку. Честно, Украина – это моя родная страна. Я еду на территорию, на которой 10 лет, даже больше 10 лет совершал пасторское служение. Города, в которые я еду – Буча, Ирпень, Вышгород – это города, которые я очень хорошо знаю. Но все же я осознаю, война очень много чего поменяла в сознании людей. И я прошу Бога очень сильно, чтобы Он вложил в мои уста те слова, которые были бы крайне важны и актуальны для тех людей, которые меня будут слышать, чтобы это максимально помогло людям принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому очень нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке. Каждый раз, когда вы склоняетесь на колени, пожалуйста, молитесь об этом проекте. Также буду очень благодарен, если вы сможете поддержать эту поездку финансово, так как нам бы очень хотелось поддержать общину, которая организовывает эту программу. Я уже говорил, это община города Ирпень, которая сейчас проводит реконструкцию в своем молитвенном доме. Вы знаете, что Буча и Ирпень – это одни из тех городов, которые больше всего пострадали год тому назад от военного вторжения Российской Федерации. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы могли поддержать общину на этой территории и саму программу, которая будет проходить. Как всегда, вы можете поддержать этот проект, жертвуя деньги, используя конверты в субботу на богослужении, просто укажите в одной из строк «Евангельская программа в Украине». Если же вы используете онлайн-пожертвования, то выберите, пожалуйста, там графу «Outside Fund».
Будем очень благодарны вам за вашу поддержку этого миссионерского проекта. Вновь хочу напомнить о служении нашей церкви на природе, которое будет проходить 20 мая. Я думаю, что это тоже будет очень благословенная встреча, где мы сможем по-особенному почувствовать присутствие Бога в нашей жизни на лоне природы. А также это будет, я думаю, чудесная возможность для того, чтобы мы могли пообщаться как можно больше, познакомиться с теми людьми, которых мы не знаем еще, потому что за последнее время приехало достаточно много людей. Я рассчитываю, что это будет очень благословенное служение, поэтому не пропустите эту возможность, чтобы быть там частью этого служения. Напоминаю, что вам нужно будет взять с собой еду, то есть само мероприятие бесплатно, мы оплатим аренду этой территории, но вам нужно будет взять с собой еду, что-то попить, кресло, на которое бы вы могли сесть, ну и одежду, соответственно, погоде. Вы всегда можете проверить ее в интернете, надеюсь, дождика уже не будет, и это будет очень благословенное и радостное время для каждого из нас. Так что ждем всех вас с нетерпением 20 мая на этом служении. Это было все из нашего информационного блока. Хочу сказать, что мы продолжаем молиться за сестру Ольгу Козыренко, за нашу сестру Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка, за Алину Бегас. Молимся и дальше за Юрия Русу. Он все еще восстанавливается после операции на позвоночнике. Молимся за Надежду Белую. Молимся за Павла Власика, который сейчас получил диагноз рака. Вы знаете, я честно вам скажу, встретился с ним в эту субботу на служении. Он разговаривает со мной, улыбается, ему 91 год. И говорит, мне снова поставили диагноз рак. Это уже третий диагноз. Я благодарю Бога за тот оптимизм, которым он наполнен, за ту благодарность, за то, что нету никакого нарекания. Дай Боже, чтобы любые обстоятельства нашей жизни мы всегда могли так вот воспринимать. Благодаря за все Господа. Пусть Бог хранит и поддерживает каждое дитя своей рукой. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 29, 5, 6 стихи, как раз вот в тему того, о чем я только что сказал. «Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость». Какими бы ни были наши жизненные обстоятельства, в конце концов, все повернется в радость. Только бы нам остаться всегда вместе с Богом. Чего и желаю вам, дорогие друзья. Всего вам наилучшего, Божьих вам благословений и до встречи.